Привет всем! Сегодня у нас воскресенье, и будет такое необычное коротенькое видео, которое я хочу посвятить такой теме, как лайвстрим на YouTube. Сегодня только воскресенье, я переписывался с тремя, с некоторыми даже имел видеочат насчет вот этих образовательных туров в Канаду для фермеров, да, и я практически пересказывал одно и то же. Возможно, у вас возникнут какие-то вопросы, кроме этого. Я хочу, в принципе, попытаться, да, я никогда этого не делал, только что буквально полчаса назад посмотрел видео, как это делать. Ну и давайте попробуем все вместе, я попробую вам ответить. Планирую это на воскресенье 29 декабря. Я думаю, это как раз за 2 дня до Нового года вы уже не будете так супер еще заняты. По времени это 18:00 по киевскому времени и 9 утра это по нашему канадскому, которое в Калгари, да, в Альберте. Продолжительность, я думаю, 1-1.5 часа, может и раньше закончим, посмотрим. Это первый раз, никогда таким не занимался. Там также я хочу обсудить такие темы. Ну, во-первых, понимаете, есть надобность, я смотрю, поскольку после опубликования последнего видео об образовательных турах для фермеров в Канаду уже насобиралось 3,5 человека. 2,5 человека с Украины, которые готовы уже сейчас платить, да, там и принимать участие, и 1 с России. То есть 3,5 человека. Я так называю. Один еще сомневается, но он уже вышел на контакт, и он думает. Я думаю, он даже понимает, о ком я сейчас говорю. Но это очень хорошо. Многих пугает, что же делать, да, там какие-то еще дополнительные вопросы. Кто-то рассказывает про свой бэкграунд, про свой образование, опыт работы и тому подобное. Поэтому я попытаюсь ответить. Также я хотел еще с вами обсудить такую тему вместе, так как мы работаем команда, да, вместе. Будут ли вам интересны такие онлайн-курсы от меня, как по точному земледелию? Кто-то может назвать это цифровым земледелием, его по-разному. Что-то такое. Я вижу, что вот на примере, да, звонит человек или пишет: я с Украины, я хочу приехать в Канаду, я хочу устроиться, да, найти через эти туры работу свою, да, здесь в Канаде. А что мне для этого надо, чтобы быть не таким, как все, и преимущество иметь какое-то? Ну, вот как раз и будет преимущество, то, что я буду проводить эти онлайн уроки по программному обеспечению Trimble. По Trimble там мы, понятно, что 100% мы все не пройдем, ну хотя бы 20-30% поверхностно, и не то что поверхностно, основы, правильно сказать, основы, как там строить контуры полей, как работать с этой программой, создавать названия полей, синхронизировать мобильную настольную версию с онлайновской версией, как делать карты дефнесения. Единственное, я не смогу с вами практику проходить, как я это делаю в университетах и в колледжах тут в Канаде. Соответственно, какой будет плюс для вас при том, что как вы будете приходить к тому же фермеру на осмотр, да, там, или просмотр, не знаю, как это правильно назвать, в общем, будете показывать, на что вы умеете, вы также в конце можете добавить: а вот я специалист по такому-то точному земледелию и могу работать с данными, собирать их, там, конвертируя другие файлы и т.д. и т.п. То есть вы покажете потенциальному своему работодателю, что у вас есть изюминка, вы на уровень выше, нежели другой такой же конкурент, который может приехать с той же Германии или с Голландии и искать работу здесь, в Канаде. Ну, как бы, в принципе, это все мы обсудим уже там во время видео. Понятно, что эти уроки будут не бесплатные, но и они недорогие будут. Но это будет преимущество для вас перед другими, да, кто ищет работу. Ну и обратно же, вы хотите работать на ферме, где все старое, хлам, или хотите работать при том же, в той же Канаде, или вы хотите работать на хорошей технике, у которой дисплей, антенны, тот же самый РТК-станция базовая, фермер, который работает через телематику и с дифференцированным несением.
и вы поможете ему, да, в реализации его там планов, то ли ему надо будет нанимать кого-то, платить сумасшедшие деньги какому-то местному агроному или специалисту, то ли он будет лучше вам доплачивать незначительно, да, там сверху вам заработок дополнительный, и вы учитесь, и это практика, то есть я вижу только плюсы в этом, соответственно, мы это все обсудим. Все, давайте тогда, до встречи 29 декабря. 18:00 по киевскому времени. Кто там с Казахстана, с России, с Беларуси, подкорректируйте свое время. Берем киевское время 18:00, воскресенье 29 декабря. Все, до встречи. Пока-пока.